список игр. Тебе там, наверное, что, FIFA 08 только так, отображается фиганы. Практически, да? Тебе нужно будет типа нажать хост, если хочешь хостить. Выбивает, ну вот, у тебя вот отобразится игра. FIFA 08 ебашится, нихуя особо. Ты там много достаточно. Ты можешь поставить описание комнаты и какой максимальный. Какой быстрого на ворота поставил, единственного быстрого. Описание там типа description есть. Можешь он, поставить типа, пароль. Он типа супер и хорошо лает. Так он единственный быстрый в команде. И, ну, ждать, ладно, и ждать приглашения. Нет, там еще один средний есть. Добавить. Ну это мы с тобой потестим. Бля, надо же нижнюю ставить. Была, надо восьмая FIFA. Там достаточно все легко. У там них либо... ХП нулевое. Там кто-то создает комнату, а кто-то подключается в эту комнату. Блять, она же только на английском, нельзя на русский перевести. Не знаю даже. Но там в любом случае должен заработать, даже если у тебя русская версия будет. А через лоб играть умеет? И зато в высшей лиге играет. Не, я про этот. Про ике. Да. А че, зато умеет играть, вы че, вы че. Да, уже жизни нет. О, пиздец. Начинается игра. Так, в общем, Дима, сейчас пока что качаю. У меня качается торрент. Что-то у меня завис стрим тут у мемори. О, у меня даже фото есть в друзьях, нихуя себе. Блин, не работает нихера. Какой быстрый очкарик. Потом, конечно, потестим, короче, сейчас. Павлович, а будет драфт игроков? Ты про что? Ты слишком глупый. Да, наверное, да. Ты мало глупый, ты глуп. Наверное, я должен был ответить что-то. А, нет, догоняют. Я понял, про что это. Мэмбри, а вообще у тебя где стрим-то, я не пойму. Мне кажется, у Мэмбри нервы защемило, когда он проигрывает матч. А что, он проиграл? Не знаю. Я пока там с Game Ranger родился, я просрал, короче, финал этой первой игры. Ну его даже нету, ВРК, что-то спрашивает. Кстати, Мэмбри реально, по-моему, проиграл. Сейчас смотрю. Я забыл, что он подлетает. Да, Мэмбри, по-моему, сейчас посмотрим, 75-74 было. Да вас останавливается, ебаный в рот, 4 гига, сука, останавливается. Да нервы защемило у дурака. Блять, там за 2 секунды до конца видео закончилось. Че, у него тоже свет отключили? Че у вас всех свет отключает? У нас тоже свет отключают последние 2 дня. Оборудование меняют. Кого? Хуйня какая-то. В общем, Димыч, у меня пока качается там все это дело, я это себе скажу. Ты же сказал, что у тебя качественный интернет, что ты уже 20 минут говоришь, что качается? Там, не знаю, блин, 4 гигабайта, даже 4,5 гигабайта, почему долго качается? Ну, торрент, видимо, забит. 2 мегабайта в секунду. Качественный интернет. Ну, у меня бывает, и до 5, до 7 доходит спокойно, как бы, но это по-разному, когда как. Палыч, у меня стандартно 10 идет. О, качество. Понимаешь, нашел чем хвастаться в жизни, понимаешь? У меня лорд есть, у меня оптоволокно на. У меня тоже оптоволокно. Чего у тебя 200 мегабайт в секунду? Да. 200 мегабайт в секунду. Ну это уже прям вообще. Да переключись на пидора. Какого пидора? Правда, перед гоем, что-то стрим у меня зависал, и сейчас что-то реально медленно качает. У тебя есть провайдер, пидор? Я не знаю, что-то вот именно сейчас что-то подхуяли. Я не про провайдера. Ага, это был провайдер. Я в Икеа играю. Супергеройчик играет в Икеа. Изотоп, ты будешь после Кайлча с Кубы играть? Не знаю. Сам когда напишешь в чат по-ке. Когда говорят играть с Кубой, я все время представляю не то. А надо сразу просрать и не мучиться, а потом будет больнее просрать. Мне кажется, если реально обычному человеку сказать, а ты сыграешь с Кубой, что он подумает?
Ну чё вы тут? О, пылаем, а фото пришло. Решили что-то. Да. У нас мемори, короче, Палычу тоже пипец, не играл. Мемори, пипец, всем пипец мы решили. Да, 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 мы так и решили, в принципе, да. Да. У нас РВД... Мы же вроде решали, что Ромарио в бане. Почему он его вытащил? По какой причине? А он попал. Мы же вроде коллективный договор подписывали, так что ему пипец. А ты потом узнаешь, почему тебе пипец. Кто вытащил? Окей. Ну, Мемори Ромарио вытащил из бана. Да вы заебали, Ромарио вытаскивать из бана. Сначала Палыч, потом Мемори. А я все, я больше не вытаскиваю. Мы решили, что ли, ты пожелаешь чихуахуа. Так, забанить. Кого забанить? Нет, Дюныча не надо, он будет участвовать в турнире по баскетболу. Забани РВД, на всякий случай. Ну, это не точно. Можно, да, его можно. Он сам согласился. Все равно, если не вы меня, так я вас. Вопрос времени. Я уже два раза писал в одной беседе, чтобы меня забанили, меня никто ни разу не банил, не знаю почему. Ну что у вас там с этим, с фифой? Вот думаю, блин, сейчас... Зло. Короче, есть предложение, как бы разрешить играть любой командой клубной, но только один матч за групповой турнир. Берешь там Манчестер... Как она так в воздухе остановилась? Берешь, грубо говоря, Манчестер Юнайтед, все, одну игру сыграл, больше до конца группового так турнира. Так и назови не... просто лимиты, и все, и это нормально. Лимиты, да. Потому что играть за Реал постоянно или Барселону, это тупость. Это логично. То есть можно нарваться с это, ну... Да блин, чего он тут стоит? За... Прям перед меня. Понятно, там сильный разброс по силе среди команд, там их много. Да, мне кажется, нет. Все равно там ты наберешь в каждой силе лиги по 4-5 сильных команд. Ну, кроме французской, конечно. Французская же это не лига, Ромарио ее не смотрит. Первые 4 это нормальные. Да, я помню, как Ромарио говорил, я бы лучше смотрел чемпионат Зимбабве, чем чемпионат России. Да. И а мы когда вы будете деле? Начинать? Я не знаю, не сегодня, не переживай, точно. А почему мы-то Дюныч организовывать, я так помогаю ему. Во-первых, вы должны написать нормальный грайд на сетевую игру. Вот я хочу поиграть. Да, да. Так, где моя админка на НСТ? Я не понял. А что, тебя сняли админку? Повар, пидорас. Так, управление. Дали тебе участники. Чё я не видел её, Соня? Не знаю. А кто поставил статус «Украинцы петухи»? Мне тупо интересно. А где там «Украинцы петухи»? Ну, уже сняли. Там был статус... Я сегодня поставил статус «Осьминог равно петух», но... Кто-то переправил на «Украинцы», и это говорит, что это не мемори. Значит, это повар. Да, будем банить, кто повары, точно, точно. Так «Украинцы ж петухи». Ну, все равно забаним. Просто интересно, кто такой самосознательный, правду говорить. Саш, говорю, это я же был, ёпта. Кто дал Хорику админку на 5 минут? Я вам админку дал на 5 минут. 5 минут. Да. 5 минут. Блять. Чё там, лысый, ты в турнире играешь? Да. Чё, ты с Изотопом играешь, да? Да. Блин. Ой, Изотоп, ты будешь со мной играть? Очередь кошки на Мафута, там куба еще висит. Ну тогда мне похуй. Буду последний. Бля, кого я там ставил? Ой, бы лучше друг зашел. Привет, Сэдбой. Часик. Тогда мне нужен Липецк. Мне тоже. Нет. Где мемори забанить? А знаете, что Death Devil из Липецкой области? Это совпадение? Не думаю. А все видели видосик? А? Качество такое от Липецка. Какой видосик? Ты не видел? Дальше качество. Ты жизни не видел, если не видел видосик. Где он с бабами сидит, в кафе сидит. Давай, а покажу. Чё, Мэмори, ты это самый финал стримишь, а пост в этом самом, чё, на, в группу не? Не с Мэмори, чё вы все с Мэмори разговариваете, я тут полчаса уже нет.
У него что-то стрим прервался за 2 секунды до конца первого матча. Он с телефона заходил 7 минут назад, компьютер сломал. Да, блядь. Ебаный компьютер везде все ломается. Я стримил этот... Ну, ясен красен, что он проиграл и сломбаду чуть и разбил компьютер. Или просто... Короче, плюс один был в пользу Исламбадыча за 2 секунды до конца. Да не бомбит у него, не бомбит. Не бомбит у меня, не бомбит. Ой-ой-ой. Это ему за то, что он Ромарио развалил. Это сразу мгновенная карта. Это ему за то, что Ромарио развалил. И забанил Акма. Так. Да, блядь, что он не берется-то? Да ладно, расслабься, зато там все читеры играют выше лиги. Особенно наш читер Кайблэйс. У них турбокнопки настроены. Лучший друг читух. У тебя аватар, наверное, хуёвый, не знаю. У Кайла вообще такой геймпад, что у него турбо А, турбо Б, турбо С, турбо Д. У меня был такой геймпад. Там переключение принудительное, что не надо даже кнопку держать, он сам будет нажимать. Эй, а ну ребись на Sonic 3. Эй, а кто у нас на зарегулся на Sonic 3? Клина. 999999999. Мне очень нравится Sonic 2. Это топовая игра, топейшая. Может быть даже понял. Ой. Короче, у меня еще не скоро скачается, что-то у меня интернет тупит маленько. Да возьмите шайбу, мразь. Чуть попозже, Дюночи, короче, я это, с тобой потестил. Не хочешь быть организатором по кифе, видишь, Дюночи? Не-не-не, я, бля, если бы не захотел, я прямо сказал, иди нахуй, и все. Хочет, а так, да? Ладно. Я даже начал качать фифу, это говорит о том, что я почти признался тебе в любви. Это значит то, что ты хочешь ее провести у импакта, вот что это значит. Нет, нет, зачем я провести импакта? Может быть. У меня просто нет в руке, защемило, поэтому я проиграл. Блин, как так быстро видишь? Какая нелепая отмазка. Я помню, когда полуфинал с Мэмбри во втором сезоне ПАК мы играли в баскетболе. Я что-то на клиенте вел, там очка 3 что ли, 4. Сижу себе спокойно, играю, там уже осталось минут, подходит жена, короче, сзади и кладет мне руки так резко на плечи. Я подпрыгиваю, короче, там, теряю мяч, психую, ору на нее, какого хуй, короче, там. Это было вообще... Я потом написал, что из-за жены, короче, проиграл. Ой. P08, регистр, хардвар, графикс, операция, что за хуйня? Неужели я выиграл? 11-7, Куйнич. Что за хуй? 11-7. Как запомнить? 11-классница. Ты же запоминаешь это? Ты 4 игрока выбрал, не 2. 11-7. Мне кажется, человек, который запоминает Усайрекса Бруталити, должен запомнить 11-7. 11-7. Так. Чё за хуета какая-то акселерация, что? О. Он поболеет за топа одну игру, потому что ему что доиграть надо. Да. Всегда хочется поболеть за слабых, чтобы они не ливнули с турнира. Я так всю жизнь делаю. А еще мы с Изотопом чемпионы по волейболу. Вот так вот. А мы с тобой были чемпионами по акмобаскетболу. А еще я был со Стабаном чемпионом по акмоволейболу. О, круто. Именно по акмоволейболу. Что происходит? Фильм, Ром, пожалуйста, акмоволейбол я хочу поиграть. Да твою мать. Где он берет? Переключись. Да ёбаный бот, не переключался. Орден Яр. Там, наверное, Монтана имба. Выберите Монтану, вон там это супер херачит. По системе Аяновича. Татарские суперы? Да. Пол. Нет.
А? А что у тебя там, жена с суперами фигачит? А? Обожаю, когда не получаются суперы. Я уже, знаете, сколько, голов левых забил за этот турнир, на штук 5, которые полетели мимо, и засчитался гол, который бак оригинала. Ну, это я люблю, когда Ромарио говорит, что это Кайлыч нахачил, а это бак оригинала. Я сначала тоже Кайлыч нахачил. Я тоже Кайлыч сначала обвинял, потом мне РВД сказал, что это виноват Технос, я теперь Технос обвиняю. Кольная комба. Блять. Гол. Да нажмись ты вверх-вверх. Да фак, да не работает нихера у него кнопки. Пытаюсь развернуться. Да. Ты скажи, что тебя защемило, все будет нормально, мы пойдем. А, нет, по руке защемило, Кайлыч. Нет, скажи, что тебя просто защемило, а мы уже сами разберемся, что. Ну, в каком месяце? Да. Своем песенку бубенцы весело звенят. Ах, комарик. Уже. Звон идет во все концы, шарики гудят. Няу. Пейте мою кровь. Эх, Ромарио! Йот, козёл, мою кровь! Дожмись вверх-вверх ты, блядь. Я в ахуе просто. Я, кстати, из-за такого глюка тоже, вот то, что не сразу нажимал сверх-вверх, не снизу, пару раз себе сам себе голы забивал. О. Качество, да. Бось, повезло мне. Я даже с этим играл с Мистери, два раза забил, как это называется, удар Рока или кого там, Рейнджеры, я уже не помню. Да, Пауэр Рейнджеров, набрасываешь на вратаря и выхерачишь его. А что в этом сложного? Нет, просто обычно более сильные игроки не особо позволяют это делать мне. По-моему, очевидно, что Мистери один раз играл игру. Ну да. Так, я вообще какая? Ты его спросил, а ты супер умеешь делать? Да, умею. Ну, в принципе, он умеет супер делать. Раз в три сделал. Стой на месте? Да, стой на месте, подпрыгивал и делал супер. С прыжка. Но это не стоя на месте. Ну, он прыгал на месте, а стоя на месте не делал. Мой комментарий дизлайк понравился Александру Остапченко, что-то он тебя недолюбливает. Да, не знаю, гомосек, наверное. Наркоман. А я сразу сказал, что ты гомосек. Надо будет тоже супруге сказать, что я гомосек. Какая-нибудь реакция первая. Рёбаные хулиганы. У Исламбады что написано? Подожди, пока мисс Павловская еще не качает, а ты уже узнает на какие-то проблемы с ней. Кто там где-то умер? Что за тут происходит? У меня скачалось пока что на 57%, ты прикинь. Загрузка 1,3 мегабайта. Анубис, отпусти кота. А кстати, Анубис не разыгнорил уже, да? А давай я его разыгнорю. Вот, Олег, на любимый ответ. Анубис, чуешь? Анубис. А. Блин. Кто там? Понял. Я передержал говна. Анубис. Оно не носило кота. Вытащи, вытащи. Кого вытащить, блин, они сами орут. Что ты там пристал вообще, блин, РВД? Тут забанил, когда ты уже говоришь забанил. Замуть у тебя вот так хорошо. Вот так замуть, в чем проблема? Сука, я подумал над этим. Ебёт кота походу, бля, ёбаный в рот. Вот сука, я об этом подумал, не знаю.
Ну, это очень забавно слушать. Кстати, Павлович, я слышал, ты для того, чтобы стать админом на бутылочку, присел в свое время, да? Я не скажу, но, по-моему, нет. По-моему, если админом хочет стать, уже разрабатывает бутылочку. Я сам разработал бутылочку. И сам сел, чтобы потестировать, да? Ну, я не помню, что я напивался в такой степени, чтобы садиться на бутылочку. Я обычно ее пил до дна, а там уже давал РВД, Мафоти, там еще кому, кто там нуждался. Охрененно, ну ты молодец. Да ладно, Павлович, уже скажешь так и так, что, блядь. Ну, я... Было дело, блядь, и пиздец, что уже, блядь, придумывать, ну? Ну, мне Димыч уже просто все рассказал, потому что Павлович губы отмазывается. Да, я буду отмазывать. Все прошли через бутылку. Димыч, ну, говори, ничего не говори, Не говори, молчать. Ну ладно, получить сейчас все свои. Даже Кайлыч на бутылку присел, аж полысел, бля. А Кайлыч здесь нет, здесь супергеройчик только есть. Не понял. Так. Да, Кайлыч? Вообще, нет. Дарт Вейдер, Дарт Вейдер. Нет, я все отрицаю. Блин, я всегда хотел взять интервью Дарта Вейдера. Расскажите, пожалуйста, какая из частей Звездных войн у вас самая важная и самая интересная? Чего самая часть? Вот, Дарт Вейдер. Интересно. И дышит. Я настаиваю, что Звездные войны не очень. Вот, Дарт Вейдер, слышите? Нет, Дарт Вейдер увидел, ты чё? Я что-то понять ничего не могу, где Дарт Вейдер. Ну ты бы себя слушал, ты чё, это самое, насиделся так много, что тебе уже бы дарты везде видится. А там он умеет про тебя иметь, что это Дарт Вейдер, блядь. А ты обоснуй. Тебе надо записать и послушать. Да ну, ты глупый вообще, просто, как пробка попозже. Так, РВД, тебя вообще не спрашивали пидика всяких? Меня никогда не спрашивали, но это не от меня, а от того, что ты тупой. Ну, это также не от того факта, что ты идешь нахуй априори. Ну, переживай, Нубис, я теперь тоже тупой. Какие слова знаете, априори, ты случайно не профессор? Конечно, профессор, блин. А каких наук? Профессор, я так же напишу, как Янукович, так понятнее. То есть ты хочешь сказать, что у тебя ученый степень профессора, да? Как у Януковича, да-да-да. Да, только профессор это не ученый степень, а ученое звание. Ну ладно, идем дальше. Ну вот видишь. Я поэтому не приеду к Юрию. Какой уж есть, любите такого. Нет. Да. Нет, ты. Любить такого. Да никто не любит, Павлович, мы тебя такого не любим. РВД РВД вообще. РВД вообще ненавидит, мне кажется, все. Ну, блин. Это да вообще, взаимно, мне кажется, вообще на месте РВД я бы не выходил из дома. Тут столько хейтеров, ой. А может оно не выходит, Павлович, недалеко от истины? А я думаю, что какой злобец, они из дома не выходят, оказывается. Печку тут постоянно. Какую печку, блин? Хотя, если честно, дом, блин, даже боюсь представить, где еще печки реально есть. Есть. Я вообще с какого села? Ебан в рот. Я-то села с какого? С Ставропольского края села. Это огромный колхоз. Я даже слов таких не знаю. О чем ты? Ну, я тоже, например, Подольскую область мало знаю, так что... О, у нас тоже Мафута из Азопа села. Не помнишь, как название этого села. Такое большое вроде. Известное такое, московское село. Да, да. Твоя Воронковская? Разрулит. Я еще послушаю 5 минут Анубиса, и я кончу. Правильно, кончу. Я не могу возбуждать вот этот... Чего? Ничего, ничего, все хорошо. Анубис и Протофорик, пятница. Кстати, да, надо нас сейчас с микрофоном настроить, что-то меня тоже не понять ничего не могу. Вроде до этого нормально было. Или а никто об этом не говорил. А у тебя где микрофон торчит, в каком месте? В жопе.
Примести в укорок поближе. Кто там, блядь, Бадыч писал про туалет? Вот и получайте ответ. Да, блядь. Да мне обычно USB гарнитура, блин. Мне не знаете, как по-другому объяснить. Наушники, микрофон в одном флаконе. Нет, думаю. Тебя слышно нормально, но когда ты дышишь, такое ощущение, как будто тут нереально через, не знаю, противогаз ты говоришь. Так, настройка голоса. Слышно так себе тоже, как будто через рацию. Ну, я думаю, что не хуже, чем меня слышно. Я просто немножко конечно, понизил тоже чувствительность и... по-другому, как бы. У тебя басы как бы есть, Палыч, а у него... Все, спасибо за игру. Босы... Бас! Следующий! Это хардбас.